Конечно, Канада, она, оказывается, красивая страна. Я, откровенно говоря, я совершенно по-другому представлял Канаду. Не как вот сегодня я здесь видел, и там ездил вот эти леса, посмотрел, осенние, посмотрел. Красота вообще очень красивая. Потом, видимо, каждое место имеет свою, именно свою красоту, как и люди. Я до сих пор учусь. У жизни, у людей, увижу вот картины, если да, у музея. Мне повезло, что в метрополитене вот увидел, в Чикаго видел такие работы, удивительные работы. Ну и в Канаде там музеях. Там много пустыни, да? Пустыни, да. У нас в Туркменистане очень тоже красивые. Природа и пустыни есть, горы, и берег Каспийского моря, и потом, значит, вот где сеют хлопок, где орошение, предгорье. Вообще у нас очень тоже очень интересные, разные. Вот мне кажется, то, что есть в мире, это у нас есть. Все люблю. Пейзаж, натюрморт, я обожаю. Но так вот моя жизнь, что ли, сложилась так, что пишу много портретов, и уже там ребята даже уже в очереди стоят там. Это, с одной стороны, очень радостно, что они хотят позировать, да, и, значит, наверное, если бы там... Написать портрет. Портрет такой, смотря как пойдет. Вот если сразу пойдет портрет, да, она чувствуется, вот если сразу пойдет, значит, это недолго. Ну, где-то там в течение 10 дней, да, вот так. Вот. А бывает, портрет очень трудно, ты не очень, ну, не очень этого портретируемого, ты, особенно мужчин, да, вот так вот, ну, не прочувствовал ты как-то это, вот характер его, да. Ты не очень хорошо его знаешь, там-то. И тогда это немножко дольше. Дольше почему? В зеркало ты ничего не видишь. Вот нету ни характера, ни это. Ты ничего не видишь. Ты смотришь на лицо такое, да, на это твое лицо, да, будем говорить. Но ты его не знаешь. Вот. Ну, я думаю, себя знать это еще труднее. Это намного, это почти невозможно. А ты не знаешь, как ты. И потом уже тут, конечно, и если там ребят подскажут, да, вот так вот, если мои автопортреты, несколько автопортретов подсказали. И как это, вот, я уже однажды, я помню, даже неудобно было, разозлился, ничего не вижу, оделся, я поехал тоже хотел. Сейчас я вам скажу точнее, наверное, вот что меня в портрете вообще интересует. Ну, если будем глобально говорить, да, вот говорим, что вот все говорят, этот человек там не такой, там, в нем это нет, он такой, сякой, там, много слышишь, много тебе говорят, это все. А вот это передавать на портрете, для меня это чуждо. Я ищу вот в этом человеке ту изюминку
хорошего, который только в нем есть. А в другом человеке вот такого нету. И вот этот образ, отдельный образ, не похож ни на кого абсолютно. И вот оттуда, если чуточку доброту вот эту вот сможешь вытащить, он становится похожим. И все говорят, что это он. Все. Вот меня интересует вот это.